Красный свет, дороги нет. На желтый подожди. Когда горит зеленый свет, счастливого пути! Добрый день, дорогие ребята! Добрый день, уважаемые педагоги! Мы надеемся, что вы узнали, кто мы такие. Ну а если нет, то мы вам сейчас в этом поможем. Разноцветными глазами разговаривает с нами. Красный глаз глядит на нас. Стоп, гласит его приказ. Желтый глаз глядит на нас. Осторожно, не сейчас. А зеленый свет, иди. Что это? Замечательно, это светофор. Ребята, сегодня в нашем районе проходит акция «Белая полоса», которая учит детей правилам дорожного движения. Нас ждет увлекательное приключение под названием «Безопасная дорога во дворец». Перед этим приключением вы разделитесь в команды, вам выдадут карты, и вы отправитесь в путь. А вы готовы к приключению? Да. Точно готовы? Да. Громче я не слышу! Да. Мы предлагаем проверить это все-таки. Смотрите на нас и повторяйте движение. Нужно немного разогреться, потому что у нас уже осень. Солнце не так светит, как летом. Шагаем, давайте шагаем. Повторяем. Мы каждый день в пути, повторяемся на движение активно. Повторяем! Машем рукой! Путь, дорогу, и прошли вокруг себя. И победа! Вы еще будете находить специальные точки, ориентироваться по карте и отвечать на вопросы по правилам дорожного движения. Так, ребят, смотрим. По точечкам. В начале один циферка, да? Где у нас один? Вот через стадион. Два. Да. Четыре. И так далее. И возвращаемся во дворец, треугольничек. Этот мир состоит из пешеходов, из машин и шоферов, и, конечно, из дорог, чтобы все жили дружно. Непременно всем нам нужно жить по правилам, дружок. Соблюдайте их, друзья, нам без них никак нельзя. Пешеходы и шоферы, правила дорожного движения. Пешеходы и шоферы, правила дорожного движения. Светофор нам мигнет зеленым глазом, и замрут машины сразу, и пойдем мы на урок. Красный свет, надо вам не торопиться, надо всем остановиться. Это правило дорог, соблюдайте их, друзья, нам без них никак нельзя. Пешеходы и шоферы, правила дорожного движения. Пешеходы и шоферы, правила дорожного движения. Теперь из них нужно составить фразу, которая имеет отношение к нашей сегодняшней игре. Давайте двигаться. Белая полоса. Молодцы.
Все, спасибо. Правила дорожного движения.